Всем привет, с вами Александр Иванов, это проект «Химия просто». Солнце, море, песок – вот что мы любим летом. А сейчас я вам расскажу именно про песок, точнее про кремний, который есть в его составе. Хотя соединений кремния вокруг нас очень много, впервые этот элемент был получен в 1811 году хорошо известным нам ученым Жозефом Гей-Люсаком, а также Луи Жаком Тенаром, про которого вы вряд ли слышали. Свое название кремний получил от Якоба Берцелиуса, который назвал его силицией. Но в русском языке силициум называют кремнием, так как русский химик Герман Иванович Гесс дал ему такое название, что с древнегреческого переводится как «гора». Берцелиус получил чистый кремний с помощью взаимодействия металлического калия и тетрафторида кремния. При обычных условиях тетрафторид кремния – это бесцветный газ. Он хорошо взаимодействует с водой, как и тетрахлорид титана, который вы могли видеть в видео про титан. Тетрафторид кремния можно получить множеством способов. Реакции вы видите на экране. Как выглядит основной минерал кремния, думаю, рассказывать не надо, так как наверняка каждый из вас любит поваляться на нем, загорая под солнцем, на берегу реки или моря. Также основными минералами кремния являются кварц и кварциты, кремень, полевые шпаты, а также силикаты и алюмосиликаты. Содержание кремния в земной коре составляет почти 30% по массе. Таким образом, кремний – это второй по распространенности элемент в земной коре. Самый простой способ получить чистый кремний – это растереть ступки, речной песок и магниевую стружку, а затем нагреть в пробирке. Сначала прогревается вся пробирка, а затем нагревается только одно место. Как только реакция начинается, то она протекает бурно и самопроизвольно распространяется на весь объем. В данном случае протекают две реакции. Образовавшийся дым – это частички оксида магния. Некоторые уже догадались, что в данном случае магний взаимодействует не только с песком, но и с пробиркой, так как и то, и другое в своем составе имеют диоксид кремния. Если вы будете повторять подобную реакцию, то делайте это крайне осторожно. А теперь, когда пробирка остыла, давайте разобьем ее и посмотрим, как выглядят продукты реакции. Темно-бурый порошок – это аморфный кремний. В отличие от аморфного состояния, кристаллический кремний по внешнему виду напоминает металл, он серый и блестящий. Если задуматься, то без кремния мы с вами не смогли бы прожить. Вот смотрите, стекла и цемент делают из веществ, в состав которых входит кремний. Монокристаллы кремния применяют в солнечных батареях и в микроэлектронике. То есть без кремния у нас не было бы компьютеров. Вы вот можете представить свою жизнь без техники. Ну а теперь сотворим немного магии. Приготовим раствор соляной кислоты, а затем бросим в него продукты реакции от прошлого опыта. И о чудо! Мы получили благодатный огонь. На самом деле никакой магии здесь нет, и Бог здесь ни при чем. Как мы помним, в прошлом опыте образовался силицит магния. Он реагирует с соляной кислотой и образуется силан, который мгновенно вступает в реакцию с кислородом воздуха, и мы с вами видим вспышки. Кремний – это химический аналог углерода. Силан по формуле очень похож на всем известный метан. Замещение атома углерода на атом кремния кардинально меняет свойства. Газ уже не нужно поджигать, он самовоспламеняется. Представьте газовую плиту. Вы открываете конфорку, и газ сам возгорается. И спичек никаких не надо. А теперь послушайте, как это звучит. Если видео наберет 5 миллионов просмотров, то мы расскажем, как на самом деле сходит благодатный огонь. Проведем следующий опыт, в котором получим силикагель. Нальем в бокал раствор полисиликата натрия. Затем добавим разбавленную соляную кислоту. Через какое-то время содержимое стакана застывает в студенистую массу. Произошло образование ортокремниевой кислоты. Такая студенистая форма называется гель. А вот если мы смешаем раствор полисиликата натрия с концентрированной соляной кислотой, то гели не образуется. Кремниевая кислота и здесь образовалась, но раствор сохранил текучесть. Это золь или коллоидный раствор. Если мы теперь этот золь подогреем, то он постепенно превратится в гель и содержимое пробирки застынет. В следующем опыте давайте вырастим красивые кремниевые водоросли. Для этого нам понадобится раствор силиката натрия, в который мы бросим кристаллы хлорида железа. В результате реакции вы можете наблюдать, как из кристаллов погруженных солей за пузырьками воздуха вытягиваются тоненькие полые трубочки, стенки которых состоят из образующихся осадков. Трубочка представляет собой полупроницаемую мембрану, через которую вода проникает внутрь. Если говорить научным языком, то протекает осмос. То есть вода проникает через такую мембрану внутрь, но обратно пройти не может. В
ходе такого перехода молекулы воды внутрь, мембрана может порваться, и тогда мы видим, как растет следующая трубочка. Каждый из вас может провести данный опыт дома, так как силикат натрия вы можете найти в обычном силикатном клее. А вместо хлорида железа подойдут любые соли, перечисленные на экране. Фотографии с вашими водорослями вы можете загрузить в фотоальбом в нашей группе ВКонтакте. Посмотрим, у кого лучше получилось. А теперь давайте возьмем два предмета, в состав которых входит диоксид кремния. Это кварц и стекло. Нагреем каждый из них и опустим в воду. Кварц состоит только из диоксида кремния. При нагревании практически не расширяется. Как вы видите, с кварцевым капилляром ничего не произошло. При нагревании стекло расширяется и начинает течь. При опускании разогретого стекла в воду оно лопается. Стекло состоит из оксида кремния, оксида натрия и оксида кальция. Мы уже сказали, что трудно представить нашу жизнь без кремния. А вот кое-кто на нашей планете не смог бы жить без кремния в буквальном смысле этого слова. Некоторые животные, такие как стеклянные губки, обладают кремниевым скелетом. Такие губки жили и миллионы лет назад, живут в морях и океанах и сейчас. Лучше всех известна глубоководная губка – корзинка Венеры. Несмотря на кажущуюся хрупкость, скелет у стеклянных губок очень прочный. А на этом все. Подписывайся, ставь палец вверх, не забывай поддерживать проект и обязательно рассказывай друзьям. Пока! Как...